Всем привет, дорогие друзья! Готовим кабачковую икру. Нам понадобится 4 килограмма кабачков, 300 грамм лука, 500 грамм моркови, килограмм помидоров, по желанию один острый перец и растительное масло. Для начала очищаем кабачки. Кабачки нарезаем мелкими кубиками. Добавляем половину столовой ложки соли, перемешаем. Продолжаем резать кабачки. Добавляем еще столько же соли и перемешаем. Это для того, чтобы кабачки дали сок. Прошел час, выделился сок. Теперь кабачки освобождаем в кастрюле, чтобы варить. Вот сколько сока. Будет вариться собственным соку. Кабачки потушились 35 минут. Теперь в кастрюлю наливаем растительное масло. Добавляем лук. Чеснок. Тоже нарезанный мелко. Обжариваем 3-5 минут. Добавляю острый перец.
тушим на среднем огне еще 5 минут. Тушим еще 10 минут. Дорогие друзья, масло у меня было всего 250 мл. Я немного добавила, чтобы обжарить, потушить лук. Остальное добавляю теперь. И добавляю туда же кабачки. Теперь тушим вместе еще 5 минут. Я вместо зелени добавляю сушеный укроп, который отсыпала с сухой соцветия. Вот они. Добавляем столовую ложку соли. Если не хватит, попробуем потом еще добавить. И столовую ложку сахара. Соль, сахар вы добавляете по своему вкусу. На 2 столовые ложки лимонного сока добавляю пол чайной ложки лимонной кислоты. Тушим еще 5 минут. Я пробовала, по вкусу соль нормальная. Добавляю еще столовую ложку сахара. Это же вторая ложка. Варим 3-4 минуты, а потом пропустим через блендер. Измельчили в блендере. Банки и крышку стерилизуем. Поставила заново на плиту. Теперь подождем, чтобы заново закипело. Доводим до кипения, перемешивая, чтобы дно не сгорело. Вот уже кипит 1,5-2 минуты. Выключаем, разливаем по стерильным банкам. Теперь до остывания накрываем теплым одеялом.